Блин, фигово дрона нельзя запускать прямо из вертолета. Почему? Можно. Да? Да. А я не пробовал. А что ты так думал, нельзя? Можно, можно. Не, мне нормально, мне хватит, у меня уже прокачано. Блядь! Да что, прыгай, было? Прыгай на мне! Прыгай! Вот это мы четко на вообще, блядь. Вот это, прям вдвоем так ритмичка, чпонькна. Бля, я чуть об камень не разбил. Скалы, блядь. Это, короче, был дрон, блядь. Я пустил дрона, он об это самое, об лопасти, короче, пизданулся. А потому что не завис, не успел зависнуть. Да, да, что если зависает, то да, потому что я запускал, нормально было. Все, меня тут просекли люто. Ну охуенно, блядь. Сейчас надо съебать от них. Блядь. Странная идея, блядь. Да бляха-муха, вы чё? Да я хуй знает, откуда они берутся. Еду, они бах, короче, появляются. A few moments later. Конспиративную квартиру Спрута. Ждём, пока выйдет. Рядом враги, будьте начеку. Да, он наверху. Стоять! Вот и он, пошли. Ну, в смысле? Не понял. Смотри. Хватай его, блядь! Да! Да, так, блядь! Что за хрень? Что это за хрень? Садись на тачку, чтобы он не уехал. Да я понял, это я понял. Блять, там вертолет еще. Блять, что за хуйня? Ну-ка стой, тварь, буду, блядь, стрелять. А, его защищать надо, слышь, защищать надо. Защищать, а нахуй? Садись сюда, бонзаич. Нет, он, мне кажется, съебывает. Он и должен съебывать, бонзай. Мы его защитить должны. Ко мне садись сюда. Мы сбили вертушку. Он должен в аэропорт доехать, мы его должны довезти. Я тебя понял. Мы, видимо, на разных тачках. У нас проблемы. Блядь, теперь он сидит, не выходит. Дерьмо. Так нахуй ты вышел-то, блядь, что надо перепиздить тоже. У тебя ж пулемет был. Тачку проебли. Я не понял. Защитите Спрута по пути в аэропорт. Надо читать задание просто, да. Так я же сейчас... Блять. Теперь всё чисто. Спасибо. Спецназовец. Нет, давай, ладно, давай. Самое забавное, что у меня одежда пачкается. Да, у меня тоже пачкается. У меня вообще лучше видно, я вообще весь чёрный. Ладно, ты тоже чёрный. Причём ты когда... Ну-ка, бля, посмотри, вот смотри, у меня сейчас грудь чистая, да? Да. Грязная? Нет, никто не видел. У меня грязная, ну мы сейчас смотрим, остальное продолжаем. Да, это чисто грязная, да. Вижу конспиративную квартиру Спрута. Ждем, пока выйдет. Слушай, я могу просто сейчас стоп, короче, пересесть на... Ясно, я поведу. Верну меня. То есть только выпрыгнуть, тупо. Да. Вот и он, пошли. Ну давай попробуем. Да езжай уже, похуй. Не, подожди. Че ты творишь? Он уже поехал. А, видишь, в чем херня? Он тебя палит. Может быть, надо как-то сделать так, чтобы, блядь, и фон тебя не видел? Это бандиты. Стоп. Какого хрена это парень Бака? Блять, я тут повстанцев наших похуярил еще заодно.
Ну, что-то я там разъебал. Притормозить чуть-чуть. А то я сейчас в него. Вон, блядь, сбоку стоят! Погоди-ка. Упс! Что? Ну я немножко разыгрался, я поместил там всех нахуй. Вот и он, пошли. Подожди. Норм. Я не могу стрелять. Почему? Не знаю, потому что меня глючит. Что за хуйня, блядь? Это бандиты, огонь. Все, поехали. Ты куда там? Цель слишком далеко. А где он? Я не знаю, какого хуя. Ты же за ним ехал, за... нет? Или ты перед ним ехал? Я перед ним ехал. Он выжимает из листьев коки больше, чем все остальные. Давай я так тебе объясню. Эмиссар выгоняет 10 тонн этой чертовой пасты в неделю. И не важно, сколько он берет листа, пасту он получает больше всех. Это не просто варщик, это чертов шеф-повар. Я не шарю в кокаине, ничего поэтому не могу сказать. Ох, я так сейчас эротично лежу, если ты меня видишь, то зафоткай меня. На боку, на боку? Да. Блять, надо спаритель уже менять, сука. Воу-в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 оу. Блять, он спалит меня сейчас. Бежим нахуй отсюда! Стрелял, короче, вот он насквозь за забором там, дальше, за палаткой. Ага. Сиди спокойно. Как сиди? В данном случае это не подходит. Блять, найдите компьютер тюремщика. Где хата тюремщика? Давайте начнем вот с этого, блять. Ну, смотри по интерьерчику, чё. Мы нашли комп. Мы нашли компьютер тюремщика. Если у них есть списки заключенных, они должны быть тут. Да. Нет времени ковыряться. Сливаем все подряд. Загрузка началась, не расслабляться. Загрузка завершена. Тут такой лютый тюремщик, потому что у него в доме еще две клетки, короче, с чуваками было.